Всем привет! Как и обещал, сегодня покажу функционал моего нового радио. Я его юзал всю неделю, и сейчас вы увидите, что оно может. В комментариях задавали вопросы, насколько быстро мультимедиа включается. Результат вы видите на экране. Такая скорость обусловлена тем, что мультимедиа не выключается полностью, так как она выходит в спящий режим после глушения двигателя. Все работает шустренько и без тормозов. Радио включить не составляет особых проблем. Оно всегда на главном экране. А теперь немного пробегусь по его функционалу. Правым колесиком можно выбирать станции, которые сохранены внизу. Сохранять частоту довольно просто. В строке с частотами выбираем ее и зажимаем в ячейках снизу, где мы хотим ее сохранить. Эти кнопки ищут доступную частоту автоматически. DVR – это видеорегистратор. У меня он расположен здесь вместе с GPS-антенной. Заходя в настройки видеорегистратора, мы можем выбрать, куда будем сохранять наши снятые видео, а также какими отрезками будем снимать. Нажимая на кнопку с тремя горизонтальными полосами, мы открываем список снятых видео, которые можно просмотреть в реальном времени. Нажимая на кнопку записи, мы начинаем снимать. И выходя, запись продолжается. Невзирая на выключение мультимедии, после включения запись начнет автоматически. Также мультимедию можно подключить к телефону через Bluetooth. Открывая меню, мы сразу видим клавиатуру набора номера. Микрофон, кстати, тут есть. Он встроенный. Меню контактов и журнал вызовов. Здесь находится список телефонов, которые синхронизированы с мультимедией. А тут можно настроить ее название, пин-код и так далее. Здесь находится музыка, записанная на карту памяти, которая вставляется вот этот разъем. А здесь видео, которые сохранены также на карту памяти. Еще мы можем проигрывать музыку через Bluetooth. И все очень просто. Тут находится настройка кнопок руля. Нажимаем любую кнопку на руле и выбираем действие, которое оно будет назначено на нее. Слева список на быстрое нажатие, а справа на длительное. Выбираем, нажимаем ОК и сохраняем.
Вот как они работают. Teikėjo mobiliojoje programėlėje pasirinkęs gavėją iš savo pabaigos atvyko vaidilut. Тут калькулятор, ничего необычного. Тут находится эквалайзер. Можно настроить частоты проигрываемой музыки, усилить басы и настроить позиционирование динамиков. Также есть программа для ОБД. Покупайте сам ОБД и соединяйте его с мультимедией. Тут будет выводиться доступная информация. Вверху есть кнопки диспетчера задач, громкости и яркости экрана. В мультимедии установлена навигация iGo. Она включается этой кнопкой. Не обращайте внимания на надпись «Израиль». Это какой-то баг. В меню много опций, которые я не использовал. При желании вы можете их изучить, но мне хватает только указания точки назначения. Слева всегда есть эквалайзер для быстрого доступа. Про настройки я говорить ничего не буду, они схожи с настройками, как в телефоне. Как вы заметили в прошлом видео, есть антенна Wi-Fi, значит Wi-Fi есть. Можно сделать точку доступа на телефоне и использовать интернет. Интернет есть. Тут есть YouTube и можно спокойно смотреть видео. Девайс прекрасно с этим справляется. На нее можно установить различные приложения. Я не пробовал. Но с наличием Play Market, думаю, можно установить такие же программы, как и на телефон. Всем привет! С вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Также можно докупить специальные датчики для контроля давления в колесах, подключить к мультимедиа и мониторить. Есть специальное приложение для этого. А теперь покажу, как работает камера заднего вида.
При включении задней передачи она сразу же включается и изображение выводится на монитор. Разметку можно включить в настройках по желанию. При этом почему-то музыка выключается. Ну, на этом, пожалуй, все. Думаю, информации достаточно. Спасибо.